первый серьезный документ в руках у Олеси Нефедовой и Варвары Хижневой. Это их первые паспорта. Ощущение, что стала уже более самостоятельной, более ответственной в жизни. Ощущение, что все, я уже официальный гражданин Российской Федерации. Чувство очень смешанное. И счастье, и радость, и уже такая ответственность серьезная, взрослая. Как сказала Олеся, чувство того, что ты уже взрослый человек. Девушкам, как еще 10 щелковским школьникам, вручили важный документ в многофункциональном центре на Свирской. Хочется пожелать вам, чтобы вы были достойными гражданами нашей страны. И, конечно, как руководство городского округа Щелково, нам бы хотелось, чтобы вы свою жизнь связали с нашим городом. И вот хотим вам вручить паспорта и памятные подарки. Присутствовали при важном событии и родители молодых людей. Очень рады, что вот появилась такая возможность прийти, посмотреть, как ребенку торжественно вручает паспорт. Должно запомниться. Этот день, несомненно, запомнится, ведь получение первого в жизни паспорта – важный этап вхождения во взрослую жизнь. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.